мы снова на море, друзья. Думала, песок хоть чуть-чуть смыло. Не смыло. Ладно, все равно поищем. Люди еще есть. Так что вряд ли смогу показывать вам находки. Иду искать. Зацените, какое красивое море, вернее океан. Спокойный, спокойный, даже не верится. Как озеро почти. Так, там напарник мой роется. Пока только монеты попадают. Ладно, иду искать дальше. Ну что, друзья, разберем находочки. Монеток вот столько попало. Большинство из них свежачок. Машинка вот такая. Бижутерии море. Вот это симпатичное. С камушками так блестело. Сейчас уже не блестит. Полежала дома. Вот такое тоже симпатичное было когда-то. Это серебрушка. Фотографии приложу, тяжеленькая. А вот это, друзья, блеснуло. Вов, я думала, опс, нашла. Но сейчас я так смотрю, на бижутерию больше похоже. Ладненько, разберусь, напишу. Мой напарник тоже две серебрушки нашел. Правда, маленькие. По весу получится две его находки серебряные, как моя одна. Но все равно приятно. Хотелось, конечно, золото. Пляж замытый. Вообще, я не знаю, когда его отмоют. Это просто ужас. Там новый слой опять натягивает сверху еще. Прям таким блином ползет. В общем, жутик. Кому интересно расклад по картам, остаются смотреть дальше. Ну, а кому нет, до новых видео, друзья. Итак, друзья, что у нас по картам? Ну, сами видите, железо. Реально, железа было много. Я имею в виду железные монеты, вот эти центы. 1, 2, 5. Гудело очень много. Просто я не копаю их. А вот те, которые сверху валяются, видно, что их реально много. Дальше, следующая карта. Подлость, коварство. Ну, сами видите, маска нарисована. Ну да, вот это вот я вам показывала сережечку. Она блеснула. Думаю, ну все, попалась наконец-то. Удача, золотишко. Ага, золотишко, куда там? Нет, это бижутерия. Ну вот эта карта древность, старина следующая. Да, реально, самая значимая моя находка, вот этот перстенек серебряный, он попал под стеной. А стены у нас старые, набережная старая. Ее начали строить еще в 17 веке, и каждый раз надстраивали все выше, выше, выше. В общем, там есть полосы камней, которые относятся к 19 веку и 20 веку. В общем, это старая стена, и я как раз под ней вот нашла. Это колечко.
там где-то метр, полтора от этой стены. Но она высоченная. Я вам фотографии не раз уже показывала. У нас набережная очень высокая. Ну и луна, серебро. Ну да, серебро. Самая ценная находка была серебро. И луна огроменная над домами висела. В общем, друзья, карты опять оказались правы. Хотя я когда ехала, я думаю, ну не может быть, ну а вдруг повезет, а вдруг найду, несмотря на то, что такие карты выпали. Ну, как видите, нет. Ладненько, друзья. На этом все на сегодня. Всем удачи и до новых видео.